Казахстанские студенты, обучающиеся в Москве, хотят обеспечить 100% явку на президентских выборах. В преддверии этого события молодые активисты проводят акции, в которых призывают соотечественников не оставаться в стране. Стипендиаты «Болашак» открыли штаб по пропаганде внеочередных выборов президента Казахстана. Напомню, что в российской столице избирательный участок открыт в посольстве нашей республики в Москве. Участие на выборах для всего народа – это забота о будущем страны. Мы, студенты, хотим все прийти на избирательный участок 3 апреля. Я думаю, что молодые люди, которые учатся в Москве, должны 100%